всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня новое видео. Наконец-то я снимаю видео «Вопрос-ответ». Очень долго отлаживала его, и наконец-то записываю. Извините за вот это эхо, просто снимаю в другой комнате, и поэтому может быть немного небольшое эхо. Поехали! В общем, первый вопрос. Зачем я создала канал? Для чего он мне вообще нужен? Сразу отвечаю на этот вопрос. Канал — это я, то есть это вторая я. Канал — это мое все, это отображение полностью меня, это мое творчество, мне нравится этим заниматься, и почему бы и нет? Так, следующий вопрос — любимый фильм. На самом деле я не очень люблю смотреть фильмы, больше я люблю смотреть сериалы, то это просто однозначно, это Шерлок. Шерлок — это все, это жизнь, это прекрасное вдохновение. Следующий, кого смотришь на Ютубе? На Ютубе я смотрю, конечно же, Катю Ваню, ну, я думаю, у нас полкласса смотрит. Дальше я смотрю Александру Паснову, она бьюти-советы всякие дает, очень классная девушка, подписывайтесь, если что, если вам интересна такая тема. Также я смотрю еще... Кого я смотрю? Некоторых DIY-щиков, кстати, очень классный канал Dexki. Там мальчик, в общем, я не знаю, ну, он больше такой азиатской внешности. Он такой красивый, у него такой классный голос, и он снимает DIY. Сколько времени ты тратишь на съемку и обработку видео? Ну, примерно около 5 часов. В последнее время уже начала поменьше тратить. Раньше, наверное, уходило часов 7. А сейчас уже, да, около 5 часов максимум уходит, и это классно. Какую музыку слушаешь? Разную, но не рэп. Почему-то я рэп недолюбливаю, так сказать. Какую книгу читала в последний раз? Прочитала я последнюю книгу, это был «Бегущий в лабиринте», первая часть. Надо еще, кстати, купить вторую. И которую я сейчас читаю, это «Дом теней». Очень интересная книга, мне очень пока нравится, тоже фантастика. Чай или кофе? Сложный на самом деле вопрос, потому что чай — это как бы... Быстро, легко и просто. С лимончиком заколотил быстренько и готово. Кофе, если с заморочкой, с маршмеллоу, и это просто любовь, и это вкуснотища, и это классно. Но не всегда я могу так сделать. Поэтому, наверное, чай, если у меня парень. Нет, у меня парня нет, я ни с кем не встречаю. Какие качества я ценю в людях? Так. Очень я ценю в людях преданность, я думаю, это почти для каждого человека самое главное. Не тай тут. Иди, эти домашка. Иди, я сказала. Все, там все. Так. Я ценю преданность в людях, но мне кажется, это почти для каждого человека очень важно. И, наверное, позитив, потому что позитив всегда необходим, он как бы помогает во всем и всегда, особенно когда вот так человек придет и скажет, да не парься, все будет окей и так далее, поэтому да, преданность и позитив. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в ВК, нажимайте на кнопку подписаться и нажимайте на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о моих новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, помните, что я вас очень-очень люблю. И до новых встреч, всем пока-пока!